гостиница «Дельфин Империал» является одной, наверное, из лучших в Ларе. Сегмент лакшери. Пойдемте посмотрим. Хочу сразу отметить, что очень ухоженная территория, заезд. Красивые вот такие вот фигуры стоят. Интересные. Придуманный достаточно дизайн. Пойдемте посмотрим, как он. Когда мы попадаем в холл отеля, он в принципе не может не пройтись. Очень красиво. Перед нами комплименты, которые рассчитаны для гостей. Печенье, соки. Далее стойка рецепции. Сразу же один из баров отеля. Прикольно сделан пол, как шахматная доска. Гостиница очень интересный дизайн. Стильный, современный. Здесь приятно находиться. Можно очень долго разглядывать дизайн отеля. И все как бы по кругу. Главное, наверное, достопримечательность отеля является люстра. Шикарно. Сейчас мы с вами находимся в стандартном номере гостиницы «Дельфин Империал» в Ларе. Честно, когда ты в этом отеле, в номере, хочется провести такую ассоциацию, как сказка «Алиса в стране чудес». Не знаю почему, но вот что-то в этом есть. Интересный дизайн, стильный. В номере есть, конечно же, кофейный набор, телевидение, место для вашего багажа, гардеробная. В принципе, небольшая. Достаточно. Сейф. Далее ванная комната. Она с душ-кабиной. Умывальник. Ну и туалет. Есть все принадлежности, которые необходимы. Очень номер стильный. И имеет выход на территорию, на бассейн и, конечно же, на море. У отеля очень много различных опций, развлечений. Есть на территории и лунопарк, и аквапарк, ночной клуб. Около 9 а-ля-карт ресторанов. То есть скучно здесь никак не будет. Также хочу отметить, что с этого года отель исправил ситуацию со своим интернетом. Теперь он будет везде, вплоть до пирса, и никаких проблем с этим ни у кого не будет. Одной из главных достопримечательностей гостиницы является люстра. Это Сваровский, конечно, весит она около 5 тонн и стоит 400-450 тысяч евро. Давайте посмотрим один из ресторанов. Это итальянский «Густо». Но, к сожалению, туда не пускают, но ресторан очень вкусный. Еще раз хочу отметить очень стильный и необычный дизайн отеля. Здесь не может не понравиться. Здесь хочется очень долго ходить, все рассматривать, пробовать всякие вкусности. Вот даже на ресепции угощают конфетками и вот такой вкусным таким прохладным пивом. Давайте тоже угостимся.